Немецкая компания Continental – один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, электроники и других комплектующих. 15 лет назад она открыла свой первый завод в китайской провинции Аньхой. Только за первый год его работы здесь произвели 3,5 миллиона шин. Сейчас в столице провинции, городе Хэфэй, работает Центр исследований и разработок Continental и 3 предприятия, которые ежегодно производят около 13 миллионов шин для легковых автомобилей и около 3 миллионов для велосипедов. Четвертый завод уже готовится к вводу в эксплуатацию. Все эти 15 лет компания продолжает увеличивать свое присутствие на китайском рынке, но потребность в наших товарах все равно превышает предложение. Размер розничного спроса здесь составляет примерно 260 миллионов автомобильных шин в год. Поэтому мы продолжаем инвестировать в свое развитие и с оптимизмом относимся к перспективам на внутреннем рынке Китая. Расширение производства немецкой компании Continental – пример качественного привлечения иностранных инвестиций в Китай. Хэфэй занимает 20-е место в стране по размеру экономики. Количество зарубежных компаний растет здесь с каждым годом. Если в 2018 году в городском округе открыли 140 новых предприятий, то в 2023 уже более 200. Стремительный рост инвестиций отмечается и в высокотехнологичных отраслях. За последние 5 лет их объем увеличился втрое и достиг 4 миллиардов 300 миллионов юаней. Причин такого роста много. Во-первых, здесь действует продуманная инвестиционная политика. Во-вторых, Хэфэй силен в области инноваций. По развитию научных исследований мы занимаем 13-е место в мире. В-третьих, у нас хорошие условия как для предприятий, так и для комфортной жизни иностранных специалистов. В правительстве создали специальную группу по стабилизации внешней торговли и иностранных инвестиций, усовершенствовали систему подачи рекламаций и упростили процесс возврата налогов. Китайский рынок с каждым годом становится все более привлекательным, в том числе для ведущих мировых компаний. Только за январь этого года в стране открылось свыше 4500 новых предприятий с участием иностранного капитала. Это почти на 75% больше, чем годом ранее.